привет! Спешу поделиться радостной новостью. Сегодня у нас Ярочка объегнилась. Только что заходил в сарай и увидел маленький черный комочек. Еще подумал, утку что ли придавили. Вот, пригляделся, смотрю, лежит малявочка такая, красивая, хорошая. Сейчас покажу. Вот она наша мамашечка-то. Вот она, молодец. Ой, смотрите, какое у нас чудо родилось. Да какая красавица. Мокренькая еще. Ну, да вот она такая. Сейчас мы тебя, наверное, домой заберем, чтоб обсохло. Мокрой-то тебе тут находиться не стоит. У тебя что, как дела? Ну, вымя появилось. Вот прямо. Вот она. Вот такое вот золотце у нас появилось. Он уже ходит. Так, пуповинка вон еще висит, болтается. Нам же на ногах. Ноги вся мокрая, сырая. Да вон какая мякалка. Как высокенькая уже. Вот он. Новорожденная. Вот. Барашка у нас вся мокрая лежала на полу. Решили ее подсушить, чтоб она у нас не простыла. Посмотрели, родилась у нас девочка. Вот, в нашем царстве только девочки рождаются, да. Сразу маленький курдюк такой тут у нас. В интернете говорят, что обычно рождается 2, а иногда даже 3 ягненка. Поэтому я поспешил проверить, не появился ли у нас кто еще там. Тут пока все тихо, спокойно. Овца на ногах, никого больше нет. Яра, будет еще что-то, нет? Ждать нам еще. Как вот определить-то? Вот ее подсушили феном. Теперь совсем стала красотулька. Разнежилась в тепле-то тут. Ну-ка, девочки, скажите, вы рады? Да. А? Ну-ка. Ну вот, подсушенного ребеночка принесли к маме. Сейчас она должна выпить молозиво у ней. Давай, заходи. Беги домой. Беги. Вот так вот. Там она ищет. Перед тем, как запустить ягненка,
мы все заложили свежим сеном и наполнили кормушки кормами, для того, чтобы у Ярочки вырабатывалось молоко. Нашла.